Всем привет, дорогие друзья, а также подписчики канала Rus Game Tactics и канала RGT Kid Motion. Мы с Александром Плавом сегодня продолжаем кооперативное прохождение игры Dead Space 3. Ура! Ура! Привет, друзья. У нас бонусная миссия, нам необходимо обследовать грили. Я напомню, на все наши иксы поступило зашифрованное сообщение. Похоже, оно транслируется с грили одного из кораблей этой брошенной флотилии ССК. Надо бы проверить, если будет время. Все, полетели. Только знаешь, что я предлагаю сейчас, прежде чем мы с тобой туда долетим? Сейчас вот это вот все здесь обследуем. Ну давай обследуем. Как скажешь. Хозяин так. Барин. Сейчас вот здесь, видишь, уже вот эти ящики. Ящики, ладно. Не хотят. Смотри, H3. Здорово. Ты рядом со мной? Рядом с тобой. Я бомблю. Ты куда его разбил-то? Он улетел, все. Забудь. Не, его, я поймал эту обойму. Ну, иди ко мне. Потому что я же буду разбивать, они будут вылетать, эти ящики. И что ты будешь потом? Отлавливать их? Так, тут ни черта нет, как видишь. Так. Ну что, давай вот на этот огромный обломок теперь с тобой полетели. Пожалуй. Ну, давай, слетаем. Смотри, там уже кто-то вылазит. Я вижу. За мной летим. Я, в общем-то, примерно представляю, где здесь какие-то нички. Так, смотри, вот здесь что-то сокрыто. Так, а что там вылетело, не понял. Ха. И странно, ничего. Ну что, ты к этой двери подобрался уже? Я лечу. В ту сторону, где ты был. Я уже открываю. Я опаздываю? На пикник? Да. Но все равно я это хранилище не смогу без тебя открыть. И здесь еще мной найден артефакт. Это личный дневник Лоры Энгстрем. Когда суверенные колонии пригласили меня на этот проект, мне обещали, что нам дадут свободный доступ к площадке и ресурсам. Ничего подобного. Люди Махада здесь просто кишмя кишат. Посты у каждого прохода шагу не дают ступить. Постоянные проверки пропусков и документов. Не буду утверждать, что они намеренно суют палки в колеса, но в любом случае надо переговорить с Махадом. Серьезно поговорить. Несмотря на все эти препоны, дело все-таки не стоит на месте. Сегодня осматривали образцы, доставленные с планеты. Мы убедились в том, что это образцы органической формы жизни, погребенные во льду. Первые исследования показали, что они провели там не 1 миллион лет. Завтра будем делать вскрытие образца, и, как я понимаю, там их еще немало. Сейчас, подожди-ка, я все это подсобрал. Забираю. Ну и давай, раз, два, три. Отлично. Металлолом. Полупроводник, в общем, преобразователь. Ничего обойма. Интересного, кроме станинка. Стандартной, да, станины. Ой. Полетели, ну что, дальше? Полетели дальше. Да. Так, ну что, давай на корабль теперь. Давай. Полетели на корабль. Тут, а конечно, мы задержались с тобой. Можно еще полазить, но, наверное. А, стоп, вот здесь вот что-то есть. Сколько тут китайского мусора, ты видел? Да. Так. Эй. Так, все туда закидываю. Отлично. Забирай, вот здесь я специально тебя оставил. Или ты уже забрал? Так, ящики все разбито. Ну, я полетел на корабль, в принципе. Ну, я скажу тебе я так. Я тоже полетел. Сейчас прибуду. Давай, пока здесь разберусь. Пооткрывай двери. Да, разберись замком. Ну вот и ты подоспел. Это не если хорошо. Это просто замечательно. Фух, ну все. Воздуха так, есть. Ты знаешь, я бы, честно говоря, если бы у меня, конечно, были сподручные материалы, я бы хотел, так сказать, немножко модифицировать оружие. Ну что, открываем? Давай, применяй свою магию. И проходим. Ну все, пора. Война начинается. Эй, Сантос, я сделал это внутри Грили. Any luck with that encrypted message? No, but if you can find the source, maybe we can find a way to decrypt it. Roger that. Isaac out. Вот так вот. Так, сообщение нам нужно будет расшифровать. Еще одна компактная стандартная станина. Да, все верно. Я первый. Эй, успел все-таки нажать кнопку А. Давай быстрее. Напарник заблокировал гребаную лестницу. Увы.
Так, что там за музыка? Почему музыка заиграла, Дим, объясни. Не знаю. Так, почему все светится здесь? Так, о! Здесь кто-то вылез. Помогай. Отлично, блевун. Ё-моё. Взрыв! Всё? Так. Ну там еще кто-то лез, по-моему. Вот так. Он. Еще один. Отлично. На. Еще один бежит. Блевун, блевун, блевун! Положил. Так, ногу я ему подбил. Как бы. Сколько их тут, а? Что так много-то? Да спокойно ты там, паникует. Горячка. Do you think you can get it open? I'm not sure. If I can get the power on, I may be able to lift the security lockdown. Полетело. Hold on. Так, что у нас в ящиках тут? Расчлененка тут летает. О, еще смотри, какой сундучок тут. Ууу. Ту-дум. Так, дай посмотрю, что нам надо сделать. Что-то я этот момент упустил. Какие бы секреты ни хранил Грилли, нам о них не узнать, если я не вскрою аварийные запоры. Оба. Должен быть какой-нибудь способ перенаправить энергию к системе безопасности, чтобы открыть эти двери. Пойдем. Так, ты уже посмотрел, да? Нам вниз туда, оказывается. Так, про аптечки не забыл? Ничего я не забыл. У меня все хорошо. Ое. Ну, круто. Так, давай-ка. Дальше я открываю. Позволь-ка я это сделаю. Так. Вперед. Ой, надо будет на обратном пути костюмчик поменять. Так, что у нас здесь? Здесь ничего интересного. Ящик, ящик. Тихо. Лень уже просто, да, кинезисом пользоваться. Лишний раз нажимать в лоб. Так, что-то внизу тут еще у нас. Ну давай, спускайся. А, генератор, все, я понял. Тут есть генератор. Отлично. И тебе тоже надо спуститься, потому что. Тут... Это... Ты, ой, извиняюсь. Ты, по-моему, мне заблокировал там что-то. Нет. Я тебе ничего не блокировал. Нет. Я запускаю. Лови там некроморфов. Да, я полез назад. Прости, я не с тобой. Вот он идет, идет, идет сзади. Я сзади блокирую. Все, разобрался. У тебя есть там кто-нибудь еще? Да, сзади, блять, убил. Падла. Нет, жив, 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 жив. Да ты расслабься. Ну так сзади подошел тоже. Аптечка. Да, все, я уже подправил здоровье. Так, ну что, супер вроде. Так, а это что такое у нас? А? Слушай, ты не туда. Нам в другую сторону. Я знаю. Я просто открыл, посмотрел. А что ты там смотрел? Интересно. А, другое дело. Ждем напарника. А вот и напарник. Ну что ж, отправляемся с тобой. Ты меня предал. На другой этаж. Все нормально. Пойдем. Погнали. В какую сторону? Я думал, ты уже настолько суровый стал, то что ящики не открываешь. Не, открываю, ты чё? Так, собирай здесь все. Встать, офицер! Не, не хочет. Обиделся. Ну-ка, да я его скину с кресла. Не, не получилось. Не хочет. Так, ну чё, взломом ты занимаешься? Давай. Давай, взламывай. Нам, короче, нужно распределить энергию таким образом, чтобы... Открылась эта дверь. Открылась? Не. Ну ладно, как скажешь. Оу. Перестарался, мальца. Так, совет тебе нужен? Конечно, нужен. Совет да любовь. Пойдет? Мало? Могу добавить.
Давай, давай, давай там. Сейчас, вот это значит. Ну ладно, тогда 90 мы сейчас уберем. А 60 поставим. Ты смотри, вот зараза. Тут у тебя справа стрелка вообще. Вот это другое дело уже. Другой разговор. Сейчас послушаем запись с тобой и пойдем дальше. Ты понял? Никого Пошли. Не оставлять живых. Да. О-о-о. Тихо. Кстати, видишь место для торсионного вала? Угу. Вот туда нам надо будет ставить. Так, как думаешь, будет раунд 2? Да? Да, 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 да. Будет? Да, 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 да. Я в угол. Тогда им, конечно, сострелю. Стреляй в мешок. Нормалё. Так, Блимун у нас тут. Отклоняйся от его... Вау. Офигеть. Спасибо, где? Спасибо. Живой, 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 смотри. А, живой? Да не, я видел, что он живой на самом деле. Я просто хотел клешню взять. И клешню его добить, так и сказать, всё, что ли? Сэкономив. Ну да, это второй раунд был такой. Я думаю, на обратном пути нас слабовастенький какой-то. Захотят поиметь. Отыграться на нас. Так, ну что, куда дальше-то с тобой идем? Ага. Вниз? Вниз. Нет, туда дальше. Давай здесь сейчас еще заберем. А что там есть интересно? А вот надо посмотреть. Так, цепь модернизации. Вот здесь за тобой еще шкафчик сзади. Тут у нас патрончики. Кстати, не помешает, лишними не будут. Все, можно отсюда. Сваливаем, сваливаем. Выбираться. Так, давай-ка дальше. Подожди, ты понял, что нам надо сейчас делать? Я упустил этот момент. Посмотри, что в ящиках. Это первое. Все. Поехали. Go. Так, хватай. Хватай сундуки и под ноги разбивай. Так, подожди, мне показалось, либо тут какая-то лажа есть. О, вылезли, все. Полезли. А, маленькие. Ух ты! Слышь, Блевун тут оказывается еще был. Да все, 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 расслабься! Ты перенервничал. Так, да, это мое. Опа. Тут лучше, конечно, работать плазменным резаком. Подбили его? Да, и так неплохо получается на самом деле. Давай побегаем, пособираем говняшка. Ага, если забыть про сундук. Про ящик. И тут, в общем-то, тоже много. Так, раз, два. Так, ты там веселишься? Вспышки такие страшные. Почему страшные? Необходимые. Необходимые? Конечно, нужно же достать это все. Здесь забирай. Так, сейчас посмотрим еще с этой... О, стой, 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 стой! Вот здесь я уже вижу инопланетные артефакты. Позволь, я тогда оглашу его содержание. Давай, давай. Итак, личный дневник Лора Энгстрем. Замороженные образцы — это что-то потрясающее. В некотором смысле их физиологические особенности не так уж отличаются от наших. Они настолько огромны, что даже вызывают благоговейный трепет. Их украшенные гребнями головы и зачаровывают, и пугают одновременно. Док Сиран полагает, что там внизу с обелисками миллионы таких особей, пойманных в ледяную ловушку. Кто же их невероятный создатель? Почему они построили обелиски? Связаны ли они с появлением черного обелиска на Земле? Зачем им это? Скандалы, интриги, расследования. На канале Rus Game Tactics. Думаю, на этой замерзшей планете, на планете мы найдем ответы на эти и многие да, другие вопросы. Поехали. Так, здесь ничего не забыл. Нет. Ну я так, за тобой почищаю. После твоего монолога я все понял. Мне стала ясна ситуация. Давай-ка дальше. Поехали вниз. Не знаю, может быть, с резаком побегать, может быть, и не стоит. Так, давай там аккуратно только. Ой, это мой. Позволь.
Ой, точно. Ну-ка, конечности мы только отстрели. Мне интересует только конечность. Все, давай. Идем дальше. Так, давай, открывай дверь там. Я с конечностью пока иду. Оп, оп, это мой. Давай, 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 конечность, конечность, конечность. Видал? Снял? Ну, как бы достаточно для того, чтобы... И вот так вот, значит, получить тварь. С него что-то должно выпасть. Да, проводник, кстати, выпал. Полупроводник. Это хорошо. Это просто замечательно. Давай-ка, Дим. Отбирай. Ой, вылез, 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 вылез. Боюсь, боюсь, боюсь. Что-то два раза. Офигеть. Вот это ты реально сиранул. Так, стой, дай тогда возьму у него клешню эту. Так, забрал. Открывай. Боюсь, боюсь, боюсь. Так, тут у нас еще будет. Будет что-нибудь интересное? Слушай, что за звук какой-то непонятный? Ящик снимай сверху. Так. Снял из-под ноги. Да. Так. Мои, мои, мои. Все? Да вроде да. Согласись, нормулек же. Так, стануть. Так, вольфрам есть? Нет, вольфрама нет. Поэтому торсионный вал мы с тобой создать не сможем. Только давай. Давай, 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 давай. Тяни, тяни, тяни. Ну не смазывали. Все пойдет. Все, пошло. Че, уже знаешь, да, эту тему? Лучше заранее расчленить. На всякий случай. Да, чем он потом вдруг станет. Что нам здесь дальше делать надо? Думай. Наверное, может, это говно снять? Снимай. А он что-то не снимает. Снимает, снимает. Кроме того, внутренность можешь забрать еще. Так, мы сейчас с тобой ждем, когда это все дело здесь у нас. Так, остановилось. Ну и кроме того, забирай, здесь еще есть у нас под... Троны. Ух ты! Ты смотри, не влазит. Давай-ка посмотрим, что же у нас там такого-то. Электрический разряд. Это, по-моему, набалдашник на оружие. На оружие подойдет. Так, ты где вообще сам? Давай, запускай сообщение сейчас. Давай, запустил. Смотри, что там есть. Я что-то нашел. Ключ. Коды в офисе. Коды в офисе, Дим. Так. Это, конечно, все круто. Ну ладно. Помнишь, где ее офис был? Сейчас позволь, я зачитаю. Значит, я нашел ключ, принадлежавший какой-то Энгстром. Не знаю, чем она занималась, но она наткнулась на нечто крайне важное. В своем аудиодневнике Энгстром говорит, что ключи к расшифровке передачи, которые мы поймали, находятся в ее кабинете. Все. Я тебе все сказано. Понял? Так. Воу! Офигеть. Разом всех, прикинь. Или подожди, в одну... смотри, один встает. Ну, лови давай его. Ну, что, получилось? Спокуха. Отлично. Бум. Так, добавим. Я тебе могу сказать так. Мне как раз надо было, чтобы он меня ударил. Фишку использовать, слот освободить. Жесть. Эх, жалею, что клеш... Ай-яй-яй-яй-яй. Так, клешня моя. Did you find a way to decode it? Yeah, the encryption key is in the office of Laura Engstrom. Oh, let me see if I can find it. Yes, here she is. I'll send it to your locator. Давай, я за тобой пойду. Ну давай. Так, мне главное точно попасть, если вдруг кто-то где-то пойдет. Так, пока ничего. Давай, открывай вот эту платформу. Да. Замечательно, замечательно. Ну что, там едем, нет? Едем. Поехали. Кстати, наверное, тебе стоит дорожку качать. Так, за мной давай теперь, окей? Окей. Так, идешь за Пошли. Мной. И клешню сразу не отрывай, если там кого-то увидишь. Так. Так, нихера себе. Стоп. Ого. Так, стоп, 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 стоп. Вот так вот. Клешню забирай. Так, сзади. Сзади? Ааа, факас! Да что ж такое-то?
Нормально все. Да. Аптечку сразу давай. Пользуй. Воу! Эй, блимун за тебя! Ща. Так. У тебя сбоку. Да, вижу. Спокойно. Так, а кто меня замочил? Да сзади тут есть. Да? Да. Ну чё, нормуль? Нормуль. Эй, отойди. Я ж не могу стрелять. Ну всё, справились. Так, справились? Справились. Сейчас перезарядку сделаю. Ну чё, пора собирать, наверное, всё тут. Урожай? Что мы с тобой тут... Да. Что посеешь, что, как говорится, и пожнёшь. Так, здесь ничего нет. Оп. Чё, вкусняшек нету? Пожарный. Да, смотри, ничего нет. О, зато клешни есть. Не знаю, стоит ли с собой клешню тащить. Я думаю, не стоит. Не стоит. Ты только смотри, так бегаешь, вообще жесть. На грани фола. Да. Так, вкусного здесь ничего нет. Ну все, наверное, тогда погнали. Поехали. Ладно, возьму клешню, короче говоря. Давай, пошли дальше. Оп-оп-оп-оп-оп. Показывай. Кто обидел? Так, вот здесь по-любому что-то будет. Так, отойди, мешаешь. Снял? Ну, в общем, сейчас что-нибудь придумал. Так, мешок мой! Отлично. Хорошо, все равно получилось. Богато ты его. У меня перезарядка, видимо. Отстреливаю ему клешню. Так, мешок. Отлично, просто вообще великолепно получилось. Так, еще один лезет. Так. Эх, мешочек улетел опять куда-то. Он там сбоку. Лечись. Вот это откинуло. Отлично. Ну-ка. Ну что, попал, нет? Нет! Заморозь. Так, мешок только не стреляй, ноги отстреливай ему, а. Молодец. Отлично. Так, ну что, есть? Я хочу себе такой же мешочек, подожди. Ну на, бери мешок. А ты знаешь, что сделай? Посмотри. Положи и топни. Ну давай, попробуем. Да не надо еще пробовать. Да подожди. Не, видишь, не получается. Вот так сюрприз. Слушай, вообще жесть. Так, собираем теперь быстренько все. Кстати, подожди. А как ты... А, стоп, в каюте этой мадам еще что-то может быть. Так, вольфрам. Нам нужен вольфрам с тобой. Вот сзади что-то, смотри, что валяется. Я захожу, извини меня. А я сейчас, пожалуй, сгружу это все на станок. А, не, ладно, потом сгружу на станок все это дело. Так, подожди, тут что-то было. Черт подери. Ага, преобразователь. Ты уже там внутри? Да, я нашел вольфрам себе, 23. Отлично. Зачитаем? Ну, сейчас что-то нам... Скажу. Задание, кстати, выполнено. Тихо. Слушай. Hide Rosetta. Who is she? They must have been trying to hide her from the execution order. Her research could be the key to all of this. But why issue a cleanse order if it would destroy such an important secret? Maybe they panicked. Or maybe they knew something we didn't. Isaac, thanks for looking into this. It could prove very useful. Good to hear. Well, I'm heading back. We've got a long road ahead of us. Isaac out. Эх, на компрессор мне не хватает. Там такая бы нормальная тема у меня была. Так, да? Ну я все, пойду это... Открою тайничок. Ты, пожалуйста, торсионный вал сделай один. Так, давай-ка я сейчас один уже использовал. Не забудь подойти забрать, окей? Так, что у нас тут? Так. О, метрический зонд, Дим. Подбери, может, получше сможешь потом определиться с модификацией. Так, есть еще такие темы здесь. Отлично. И тут у нас стазисная батарея.
Отлично. Сколько у нас аптечек? Ну, кстати, мало. Нормально, мы тут с тобой повеселились. Так, есть у меня вал. Хайдрозета. Метрический зонт. Ну-ка, дай я попробую сейчас этот зонт пульнуть куда-нибудь. А то, глядишь, может, и оружие хорошее получится. Так, смотрим. Плазморез. Или верхний блок. Ты все-таки думаешь, стоит нам чуть-чуть подкачать оружие, да? Ну, давай подкачаем, я же не против. Метрический зонт. Давай посмотрим, что это такое у нас. Короче, я попробую, наверное, метрический зонт поставить. Ну, правильно. Это, ты знаешь, это правильно. Тороидальный дифрактор, ёпрасте. Все, короче, я сварочку закончил. Ты не помнишь, там наверху переодеться-то можно было? Ты меня такие вещи спрашиваешь, это ужас. Либо там был закрыт магазин. Ладно, короче, я наверх тогда. Давай, догоняй. У нас следующая миссия будет CMS Брусилов. О, магазинчик есть. А потому что мы с тобой запустили генератор. Все заработало. Сейчас я сменю костюм на костюм спецназа. Да. Костюм поменяешься? Ну да, мне, честно говоря, этот не очень нравится. На любителя, так сказать. Фига у тебя дротики? Одинарные? Дротик. Либо залпом? Сейчас быстро качну еще здоровье, например. Ну, или броню. Но, по-моему, для этого требуется вольфрам, если не ошибаюсь. Сейчас улучшить X. Ну что там? Так, а, вот как раз, ну, здоровье качаю. Сейчас посмотрим, что по воздуху у нас. Воздух качну. Сейчас быстренько стазис. Это нет. Длительность. Да, длительность могу. Все, пожалуй. Если тебе надо, пожалуйста, пользуйся. Ну, я сейчас быстро что-нибудь качну тоже себе, так, на всякий случай. Хайдрозета. Нифига себе. Стрела проткнула железный баллон. Офигеть. Ну что, здорово. Ну, посмотрим, насколько крутые эти стрелы, конечно. Не могу ничего говорить пока. Пока не... Опробуем их в деле. Ну, вот именно в кооперативном режиме, насколько полезным окажется медленное оружие. Я готов. У меня пушка полностью медленная здесь. То есть медленно перезаряжается, но зато убойная. Что меня особо радует. Не помню, цепь модификации поставил, там не поставил. Но сейчас, думаю, на Брусилове мы с тобой и проверим. Увидим, да. Ну, конечно, урон надо качать, вот что я тебе могу сказать. Все, давай, отправились в открытый космос. И быстро не теряем времени. Сейчас, опа. Опаздываешь, я без тебя сейчас уеду. Да ладно. Знаешь, как надо тормозить? Вот так. Быстро. Все. Я тоже внутри. Итак, мы едем с тобой на Брусилов. На Брусилов, да. Правильно. Это же, по-моему, этот миссия исключительно коп, да? Да. Ну, если не ошибаюсь, конечно. Поехали. Я же могу и заблуждаться. Как проверить? Вывод только один. Ha 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 ha.